Друг мой, есть работа для человека с твоими талантами. Я хочу, чтобы ты вломился на военную базу и скачал некую информацию с одного из их компьютеров. Совсем несложная задача, на мой взгляд. Это нам пригодится. Жесткого диска. Скачай информацию, пока она не стерлась. Тревога! Он ранен! Тревога! Проникновение! Спасибо, Скорпион. Вся информация со мной в безопасности. Эти сведения обеспечат тараканам великое будущее. Смотри, он ранен. Получай! Мы его ранили! Пассажиров брать не велено. Скорпион, у меня небольшой нарыв, который я просил бы тебя исцелить. Видишь ли, группа независимых контрабандистов использует каналы тараканов в своих целях. Это выглядит невинно и даже мило. Но я знаю, что этот маленький нарыв вскоре обернется гангреной. Тебе нужно уничтожить эти бактерии, как будто ты антибиотик. Послушай, друг, есть у меня головная боль, которую срочно нужно вылечить. Да, ублажив одного из моих покровителей. Правительство демонтировало бизнес-комплекс, принадлежавший моему другу Тому И по прозвищу Суши. На его месте малыш Панай возводит огромную статую в свою честь. Суши просто вне себя. Я хочу, чтобы ты принес голову этой статуи в особняк Суши. Это подбодрит его и, возможно, исцелит мою головную боль.
всем, что ли? Отлично. Голова снята. Подцепи ее и отвези в особняк суши. Быстро в укрытие! Добейте его. Круто! Все на землю! Ах ты, кусок навоза! Он ранен! Дляди! Сукин ты сын! Я захожу! Ублюдок! Укрытие! Я тебя как шапку пристрелю! В атаку! Дороги, Скорпион, это кровеносная система тараканов. Но правительственные войска пытаются перерезать наши главные артерии и обескровить нас, лишив нас основных путей снабжения. Ты должен остановить их и обезвредить все бомбы до взрыва. Помоги нам сохранить приток крови тараканов, друг. Это нам пригодится. Что ты пялишься? Избавься от нее!
его обнаружили. Пришлите подкрепление. Укрытие! Захожусь с фланга. Хорошая работа, Скорпион. Ты обезвредил половину бомб, но половины недостаточно. Черт его подери! Где он? Ты прекрасно убиваешь для меня, Скорпион. Я не спрашиваю, кто ты и что на самом деле делаешь в Панау. Когда-нибудь я узнаю это. И, наверное, тогда придется тебя убить, верно? Здесь неподалеку есть долина, Скорпион. Она называется Лемба-Фердаус, райская долина. В ней раньше проводили богослужения местные племена. Теперь в ней расположены заводы по созданию самых совершенных наркотиков, так что название все еще ей подходит, на мой вкус. Учитывая ее ценность, войска тщательно охраняют долину. Я хочу, чтобы ты помог моим верным солдатам захватить этот рай для тараканов. А нет, я у тебя туда. Тебе нужно провести меня внутрь храма, чтобы я мог взломать их передатчик и заглушить сигнал бедствия. Вперед, тараканы! А ты, Скорпион, доставь меня в дальний храм. Эта пушка нам сильно мешает. Скорпион, разберись с ней. Прикройте его! Есть! А ты лично вперед! Ну, теперь будет по-плохому. Скорпион, разберись со снайперами! Отлично! Шевелитесь, тараканы! Подожди, 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 подожди.
Мы почти в храме. Никто не остановит тараканов. Вот он, храм. Захватите его! Выходи, Атур! Да! Никто не сравнится с тараканами! Вперед! А ты лично! Я взломаю радиопередатчик! Прикрой мою задницу, Скорпион! Это займет немного времени! Круто! Отгони их! Мне нужно еще немного времени! Вон там! Больше никаких подкреплений! Теперь это место принадлежит тараканам! Это нам пригодится! Отличная работа, друг мой. Этот комплекс нам сослужит хорошую службу. Отвали, приятель!
Ну, это было обалденно. Ура! Помощь пришла! Дайте место! Послушай, полиция замышляет что-то серьезное. Нужно выяснить, что именно. У меня есть информация, что дежурный офицер сейчас собирается доставить планы руководству. Отправляйся туда и добудь эти планы. Черта! Охрана! Разберитесь с этим идиотом!
Тебе конец. Получай. Не повезло, компадре. Перестроиться! Обойди его! Нам огромное преимущество. Что за...